Разноцветная феерия Демьянова. Подготовка к третьему муниципальному фестивалю цветов набирает обороты. Тема фестиваля цветов была обусловлена уже заранее. 700 лет городу Клин. Открытая тренажерная площадка, скейт-парк и даже контактный зоопарк. В общем, этим летом в Сестрорецком парке скучать не придется. Для нашего города весьма-весьма интересен не только тем, что это первый проект, а в том, что в принципе у нас ничего подобного нет. И вообще мало у кого есть. Порезвились на Гагарина. Во сколько выливаются такие шалости? Порассуждаем, как добавить ума глупой силе. Не знаю, как, сколько нужно иметь дури, можно сказать, чтобы перевернуть цветочницу весом, наверное, не знаю, под полтонны, вырвать дорожный знак из бетона. Неудобное соседство. Почему жители взбунтовались против первого? И за что теперь оштрафуют ночной клуб? Сюда вывезли поддоны, загажен полностью пруд. Даже пожарная машина, в случае чего, к нам не подъедет.